Приветствую вас. Для начала мне бы хотелось обратить ваше внимание на такой важный момент. Ну, на мой взгляд, важный. Вы уже сами решите, насколько на него стоит обращать внимание. Значит, вот вы пишете, что вам везет на такие ситуации. То есть получается, что подобные вещи происходят уже не впервые. И вы уже попадались в такие ситуации, когда значит, ну, например, девочка оказывалась сильно младше вас. У меня вопрос. Если это, значит, произошло, ну, произошло не впервые, значит, есть у вас какие-то триггеры, поведенческие триггеры, которые приводит вас снова и снова к этой ситуации. И либо подсознательно вам этого хочется, либо подсознательно вы ищете себе таких девушек, которые младше вас. Ну, какой-либо целью, то есть тут особо не важно пока с какой целью, ну вот, но тем не менее, вот и постарайтесь подумать, если вас это настигает снова и снова, значит, это есть причина. Да? Причина. Ну хорошо. Какие у этого могут быть причины? Давайте подумаем с вами вот так. Какие могут быть у этого причины? Страх отношений? Серьезных отношений, например, ну, как вариант. Значит, что-то еще, например, может быть, у вас есть такое опасение, да, что вот вы сблизитесь, например, с девушкой, она вам там, ну, предъявлять, допустим, что-то будет, да? Она вам там, допустим, ну что-то будет требовать от вас, да? Ну, такое вот. Ну, может быть, немного не то, чего бы вы хотели, да, ну, например. Например. Вот. И вам, естественно, не по себе. Как-то не хочется, да, не хочется. Не хочется, чтобы от вас требовали то, что вам не нравится. Ну, допустим.
Это первый момент. Ну, на мой взгляд, такой важный момент. А момент второй, момент следующий. Момент следующий. Значит, если вы боитесь, если вы действительно боитесь, то чего вы боитесь? Если вы не боитесь, тогда вы крайне безответственно подходите к отношениям. Ну, построению отношений своих, скажем так, вот. Крайне безответственно, потому что девушка вас умудрялась обманывать на протяжении такого большого количества времени. Вот. Либо вы хотели этого сами, либо вы желали этого сами, либо вам, ну, легче, проще, удобнее, там, я не знаю, с девушкой, которая вот младше вас, сильно, сильно младше вас. То есть здесь, на мой взгляд, момент какой? Что вам надо определиться, чего вы хотите вообще. Ну, в целом, вот, чего вы хотите от женщины. Вот. Чего бы вы хотели от женщины? Для себя, например. Какого бы вы отношения хотели от нее к себе? Ну и совершенно очевидно, к сожалению, что нужно как-то проверять, да, и так далее. Вот. Что вам делать? Что вам делать? Ну, то есть, вообще, вот что делать в этой ситуации? Как себя вести? Ну, тут вам правильно сказал мой коллега. То есть, если вам нужны чувства, если вам она дорога, то, ну, просто как вот человек, то, соответственно, общайтесь с ней, взаимодействуйте с ней, вот. Дождитесь, когда у нее, ну, будет соответствующий возраст, и вступать с ней в отношения. Я полагаю, что это вполне реально, ну, более чем реально. Это сделать. Если у вас есть, конечно, желание к этому. Вот. И стремление. Если такой потребности нет, особо. Если особо не привязаны к девушке, вы. Если она для вас не так важна, то, соответственно, не стоит ее тогда мучить, не стоит ее тогда обнадеживать понапрасну, да? Вот, значит, ну, просто тогда расстанься с ней, сказать, что прости, я как бы не хочу встречаться вот, ну, такой маленькой, мне как бы нужен, ну, нужна взрослая женщина, да, мне нужен как бы
партнер сексуальный. Вот. Против тебя я ничего не имею, да, но вот, ну вот просто вот так. Это опять же ваше желание, то есть вам никто, вас никто не обвинит за то, что вы так поступили. Вы имеете как бы полное право так поступать. Вот. Просто нужно честно сказать, вот как есть. Не скрывать, если вы понимаете, о чем я говорю. Скрывать не стоит, потому что, ну, что бы вы ни скрыли, что бы вы ни пытались скрыть, все равно это станет известно, это станет значит, явно, ну явью, это будет явью, вот. И девушке будет тяжело, обидно, больно, и вам тоже будет тяжело, обидно и неприятно. Ну, но здесь, конечно, ситуация во многом зависит от того, какие у вас ценности. Вот. Поговорите с ней, может быть, не спешите, еще раз поговорите с ней. Вот. Может быть, она вам даст какие-то мысли, может быть, она вам как-то поможет найти решение, ну, поможет принять решение. Вот. Не торопитесь, в общем. Расстаться всегда успеете, расстаться, это, знаете, не быть вместе. Вот. Расставаться это, знаете, легко достаточно. Вот. Так что не торопитесь. Именно расставаться не торопитесь. Успеете, всегда успеете расстаться, успеете, это легко делается. А вот сохранить отношения, это вот не так просто. Вот. Поэтому я рекомендую вам взвешенно предпринимать каждый свой шаг. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!